Всем привет от Киприады и Стейтс. О Карпазе можно говорить бесконечно, ведь это место изумительной красоты с кристальной водой Средиземного моря. Основное население – это турко-киприоты. Также здесь проживают и греко-киприоты. А за последние несколько лет очень сильно увеличилось и количество иностранцев, так как это очень инвестиционно привлекательный район. И на это, естественно, есть несколько причин. Первая из них – это низкие цены на землю. В то время как на всем острове цены на землю и недвижимость растут в геометрической прогрессии, на Карпазе, так как еще нету развитой инфраструктуры, у вас есть хорошая возможность сделать инвестицию по низкой цене и получить от нее максимальную выгоду. Кстати, хорошим примером инвестирования является израильская компания, построившая марину, в которой швартуются самые роскошные яхты Средиземноморья. Кстати, подсказку на видео о марине мы вам оставили в правом верхнем углу экрана. Или, например, турецкие компании, которые строят 5-звездочные отели люкс-класса в зоне Бафры на Первой береговой. Второе – это чистейшие песчаные пляжи, большинство из которых удостоилось чести получить голубой флаг. Всего полуостров Карпас насчитывает 46 пляжей. Самый известный из них – это Golden Beach или Золотые пески. Пляжи Карпаза очаровывают вас своей уединенностью и первозданной чистотой. Вода настолько прозрачная, что даже если вы отплывете далеко от берега, то на глубине нескольких метров сможете увидеть дно. Кстати, по этой причине это место идеально подходит для подводной рыбалки, которая на острове очень популярна. Третье – это новая четырехполосная дорога, которая строится от Искеле до кончика Карпаза. Ведь, как говорят турко-киприоты, дорога – это жизнь. Поэтому вы часто сможете встретить магазин на трассе, над которым будет находиться непосредственно квартира владельцев. Так как по своей натуре местные жители достаточно ленивые и не любят тратить много времени на дорогу. Четвертое – это рестораны с настоящей свежей рыбой, которая, между прочим, не была выращена на фермах. Помимо вкуснейших морепродуктов, вам также предложат домашний хлеб. Пятая причина – это экология и безопасность. Эти два понятия стали настолько важны в современном обществе, особенно когда вы приезжаете из мегаполисов. И поскольку здесь нет такого плотного населения, то поэтому и люди относятся друг к другу с дружелюбием и вниманием. Шестая причина – это, как говорится, есть где размахнуться. Поскольку эта зона еще только развивается, у вас есть возможность очень выгодно инвестировать, ведь в будущем это будет золотая земля. Поэтому, возвращаясь к вопросу цен, хочу заметить, что, например, 15 лет назад 13 соток земли на Первой береговой в Искеле стоили 15 тысяч фунтов. А сейчас цены на них варьируются от 1 до 2 миллионов фунтов стерлингов. Так что вы можете просчитать ваши перспективы. На данный момент вы можете приобрести 80 соток на Карпазе с неперекрываемым видом на море за 145 тысяч фунтов стерлингов. Участок такого размера прекрасно подойдет под строительство небольшого туристического комплекса, так как этот регион сейчас поддерживается государством для развития международного туризма. Что бы вы хотели построить на своем участке? Напишите нам об этом в комментариях. Подписывайтесь на наш канал,
ставьте лайки. До новых встреч!